Нихуя себе сегодня день неожиданных новостей. Валя Карнавала и Лариса Долина помирились. В сеть плыло видео еще не вышедшего шоу, где за кадром кто-то снял, как Валя Карнавал несет в кадр цветы Ларисе Долиной. Что это за шоу, я, если честно, не поняла. Но давайте просто посмотрим это закадровое видео. Как вы думаете, стоило ли Валя Карнавал идти на примирение спустя 2 года их ссоры? Да и сестра же Гилти, хуже в сиську.